дела? Мама! Мама! Да. Мама! Браво! Следующее слово! Машины! Трафик, пробка, движение, пробка. Нет, чинить, чинить, где вы? Автосервис. Нет, еще по-другому. Ремонт. Колеса сломались. Чемонтаж. Да. Чемонтаж блестящий. Дальше поехали. Это с жезлом, их день. Что это с жезлом? С жезлом, машина останавливает. ГАИ? Нет. Зебра? Америка граничит с чем? С Мексикой. Следующий слово. С Канадой. С кем она граничит? Так, это мое слово. Поехали. Не морозь меня. О, дальше. Следующий слово. Поехали. Все боятся, динозавры вымерли из-за чего? А, ледниковый период. Нет. Почему? Из-за катастрофы. Нет. Что случилось? Из-за метеорита. Нет. Из-за холода. Из-за жары. Да, как это называется? Большое такое оно. Солнце? Нет! Чудо! Перестаньте крутить нашу девочку! Так, только остановитесь немедленно! Ну давайте, давайте! Это жарко, жарко! Правильно, как назвать, когда жарко становится? Как это называется? Называется потепление! Большое оно такое! Глобальное потепление! Глобальное потепление! Потепление! Ну ладно, потепление! Еще есть время, Катерина! Катя, давай дальше танцуй! Я им ем! Ты рот! Да! Рот, отлично! А еще я в него ем, да! Следующее слово! А что я сказал такое? Качают в спортзале внизу. А, бедра? Нет, еще ниже. Голень. Что там качают вообще в спортзале? А, в спортзале мышцы качают? Да, а вот тут она находится внизу. Смотри, я не понимаю, мышцы какая? Мышцы? Какая? Мышцы, что ли, какие-нибудь? Какая? Голень, бедро, ниже. Что? Двуглавые мышцы бедра. Икроножная мышца, дальше поехали. Ну. Голени, балбин. Чего? Бог такой греческий. Бог греческий? Дионисий. Нет. Меркурий. Нет. А такой. Бог чего, ты скажи? Зевс? Нет. Бахус. Бахус. Это римлян. Нет, это Бахус. Бахус это у римлян. Четвертая буква русского алфавита. Что ты начинается? Чего? Четвертая буква алфавита русского. Да не трясите твою.